В праздничных гуляниях в столице Чувашии поучаствовали более 200 тысяч чебоксарцев. Обошлось без серьезных происшествий. Итоги каникул подвели в администрации города. С 20 декабря по 7 января все новогодние мероприятия, которые проходили, были организованы в городе, посетило более 220 тысяч человек. Главным центром зимних развлечений, конечно, была Красная площадь. Новогодний городок объединил резиденцию Чебоксарского Деда Мороза и торговые ряды, каток, горку, активные развлечения. Горка, каток, прокаты и торговые точки не закроются и после праздников. Они будут работать всю зиму, насколько позволит погода, отметила Алла Салаева. Глава столичной администрации Алексей Ладыков, в свою очередь, поблагодарил руководителей служб за слаженную работу. Праздники прошли без серьезных ЧП, благодаря бдительности правоохранительных органов. В местах проведения массовых мероприятий на контрольно-пропускных пунктах у граждан изъято 60 литров алкоголя, 23 колюще-режущих предметов, 21 пиротехническое изделие, 7 газовых баллончиков. С мест проведения массовых мероприятий доставлено в отдел полиции 7 нарушителей общественного порядка. Это за появление в общественном месте в пьяном виде, за распитие и за мелкое хулиганство. В отличие от прошлых лет, в Чебоксарах обошлось без пострадавших от пиротехники. Перед праздниками в городе прошли рейды по несанкционированной торговле этой продукцией. Здесь тоже неплохо работу провели. И управление торговли, МЧС, МВД, есть результаты. Ну и как следствие отсутствия травм. Чтобы праздники не испортили коммунальные аварии, круглосуточно дежурила 21 бригада. Снег на дорогах убирали более 100 единиц техники. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Андрей Спиридонов, Республика.